Так, отличный элитный алкоголь просто. С самогонными аппаратами недавно буквально отказался делать лендинг, потому что их засилие, по-моему, уже идет. И здесь хороший лендинг, на самом деле. Объясню почему. Ну, во-первых, здесь есть визуализации, есть заголовок, есть в заголовках цифры и то, что все разрешено, тоже классно. И очень круто то, что есть. Ну, во-первых, не очень понятно, что такое тестирование, правда. Вот для меня, например, это непонятно. То есть оставьте заявку на 14-дневное тестирование. Для меня вопрос тестирования это очень пугающе. То есть это как. Мне все равно, что элитный автомобиль это просто. И оставьте заявку на 14 дней, можете себе его забрать. Вот что-то вроде того. Я бы здесь что-то, ну, хотя бы написал, что такое тестирование, расписал бы. Хочу потестировать, это нужны деньги, не нужны для этого деньги. Но очень хорошо и детально расписано то, что в течение 10 минут с вами свяжется администратор, расскажет о нашем предложении. То есть меня это заинтересовало, я оставляю имя, телефон, и через 10 минут я уже знаю, что это за тестирование. Нужны деньги, не нужны деньги и так далее, так далее, так далее. Так, 8 лет на рынке. Надежность, достижение, доверие, срок службы. В любых экстремальных условиях. Ой, так, ладно. Не буду придираться, это все вполне может хорошо конвертировать, потому что запоминается, врезается в голову. Что вы получите? Объем перегонного куба от 12 до 120 литров. Я не знаю, что такое перегонный куб, поэтому, к сожалению, картинка просто показывает, точнее, стрелочка просто показывает самогонный аппарат, как и высокая степень очистки, туда же показывает. А остальные стрелочки, они настолько тоненькие, на самом деле, их очень плохо видно. Широкая горловина тоже, она показывает на бочку, нет запахов, тоже на бочку. Ну, не знаю, тут я бы картинки не так разместил, я бы сделал как-нибудь по-другому, но то, что есть, что вы получите, это круто. Может быть, нету сравнения, конечно, с конкурентами, да, но в принципе и не нужно. Вы его полюбите. Алкоголь вообще люди любят очень сильно, Кость, я поэтому. сейчас в это самое вошел, я просто сейчас под столом уже. Вы его полюбите, это просто сидишь. Ну подожди, я говорю, алкоголь все любят. Нет, ну что ты. Там Рома тоже в чате Не, мне смотрит, тоже лично вот больше присвоит. другая смущает. Я не знаю, Миш, тебя вот это не смущает, ты его, может, не видишь, но реально, тут есть стрелочки, которые показывают в никуда. То есть, в принципе, можно любую картинку подставлять. Можно поставить женщину, например, красивую, и будет написано высокая степень очистки. Ну, то есть, просто это никуда ни к чему не подвязано. Вы его полюбите, мы так думаем не только мы. Никогда так не пишите, пожалуйста. Вот результат опроса наших клиентов в соцсети. В соцсетях, во-первых, уж тогда. Или ВКонтакте надо написать. Позвольте вопрос, приходилось ли вам пользоваться самогонным аппаратом «Добрый жар»? Здравствуйте, да, само собой. Никогда так не делайте. Здравствуйте, Иван. Позвольте, приходилось ли вам пользоваться нормальным аппаратом? У меня с кубом 15 литров получился очень хороший. Ну, круто. Я в это не верю, конечно, но выберите свой добрый жар, свой самогонный аппарат, а не добрый жар. Самогонный аппарат домашний. Ну, все-таки надо самогонный аппарат написать без шуток. Так, вообще я не очень хотел этот лендинг комментировать, но он просто один из немногих, кто действительно неплохо сделал. Так, самогонный аппарат Extra Lux Elite. Я опять же вот это не делал, потому что на телефоне это просто нереально. Я не знаю, я не посмотрел, честно говоря, где он рекламируется. Я предполагаю, что он рекламируется, ну, в директе он точно должен рекламироваться. Да. Я бы все-таки расположил как-то по-другому это все дело. Ну, то есть разместил бы несколько самогонных аппаратов, просто в несколько прокруток хотя бы. А вот что мы предлагаем. Если вам не понравится наш аппарат, мы без лишних вопросов вернем вам деньги хоть завтра. Аппарат в полном комплекте. Не, ну здесь все очень даже прилично, это хорошо. Здесь остались вопросы. А. Вот, кстати, хорошая штука, смотрите. В режиме онлайн стрелочка, и стрелочка, отгадайте, куда ведет? Правильно, наверх. Ай, ладно, так.
С этим мы тоже разобрались вроде бы с автобусными турами. Хотя вроде и нет. Грибовка, Москва, отдых, Меркурий. Хотите на море? Хочу, но не на автобусе. Так. Лучший отдых с детьми – это море. Получите заряд бодрости и здоровья на целый год. А зачем вы эти слоганы вообще вставляете? Зачем они нужны? Вы реально в это верите или... А, все понятно. Кажется, я знаю. Нет, ну вроде бы... Вроде бы нормальный сайт. Или ненормальный. Ну ладно, не суть важно. Я здесь много чего переделал. Из того, что я сегодня говорил, в принципе, вам практически все понадобится, я считаю. Потому что телефон, кстати, вот, пожалуйста, тоже яркий пример. Если у вас телефон плюс 7, то пишите плюс 7, пожалуйста, и в скобочках. Не надо писать в таком виде, потому что люди с телефона не могут на это нажать. Точнее, могут нажать, нажимают и звонят в никуда. Например, с айфонов. Видимо, у вас нету айфонов, но я вам просто серьезно говорю, что даже не только у телефонов, в айфонах, в телефонах, в андроидах такая же штука есть, приблуды, когда человек может позвонить прямо с телефона, то есть с сайта, нажимая просто на телефон, его перекидывает на звонок. Если вы не в курсе, конечно. По поводу верстки сегодня не буду говорить, потому что это еще на 2 часа тема. Забор комплект, ну здесь просто трэш, потому что всего понапихано, на первом экране это очень плохо. А в остальном, в принципе... А, да, пожалуйста, не делайте вот так вот, как мы работаем, стрелочка. Потом стрелочка расходится, потому что это так и есть, стрелочки и стрелочки. А потом стрелочки расходятся, и, возможно, стрелочка возвращается обратно, я предполагаю, потому что наш специалист бесплатно выезжает обратно, или уезжает, или еще что-то делает. Ну, в общем... Если вы хотите сделать, как мы работаем, блок, то сделайте его как-то структурированным, потому что я предполагаю, что структурированность и вы – это разные вещи немножко. Но все-таки попробуйте. Что получаете вы, заказав забор у нас? Заказав забор у нас, вы получаете весь спектр работ под ключ. Наш специалист консультирует вас абсолютно бесплатно. Нет, вот на первом месте должно быть, что вы консультируете бесплатно, а потом уже весь спектр работ. Вы получаете сразу по телефону и быстрый... А, тогда нет, извиняюсь. Я тут немножко не очень понял. Сначала вы получаете сразу по телефону быстрый и честный расчет, потом наш специалист консультирует вас абсолютно бесплатно, ну, судя по этой схеме, где ничего не понятно. А потом, заказав забор у нас, вы получаете весь спектр работ под ключ. А нет, стоп, при необходимости бесплатный выезд на... Черт. Короче, здесь опять же просто нету... Ну, накидан просто текст. Мы устанавливаем заборы на оцинкованном каркасе. Ну вот это вот хорошо, это я не буду даже комментировать, это хорошо сделано. Преимущество заборов из оцинкованного профиля. А почему здесь вот в таком виде сделано, а здесь в таком? И ладно. Хорошие новости, куда уж хорошие новости. Так, теперь мы устанавливаем заборы без сварки на оцинкованных X-кронштейнах по стандартным ценам. А почему нет преимущества этих X-кронштейнов и зачем они, ну, тоже непонятно. Наши цены. А почему цены в таком... Ладно, все понятно. Нельзя так цены писать, ребят. Если человек хочет заказать себе... Забор комплекта, какой-нибудь пробностил, ни картинки. Ну, я думаю, вы все и прекрасно сами видите. Картинки нету, цена, нету кнопки заказать. Зато есть скачать полный прайс-лист. Так, отзывы некоторые наши работы. Ну, вот это более-менее прилично. И все. В конце нет самого важного, но мы об этом поговорим еще. Так, блоки Babyliss. Давайте их тоже посмотрим. Всегда мечтал сделать лендинг на плойке Babyliss и ни разу не делал. Можете меня обругать за это. Так, кстати, кто делал лендинги по плойкам Babyliss, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, потому что это реально очень круто. Потому что вы должны были поднять хорошие деньги, если, конечно, вовремя делали их. Так.
заказать Babyliss Pro, почему стоит заказать? Ну, вот это стандартный лендинг, я называю лендинг тире... Вообще это называется лендинг-прокладка, лендинг а-ля «Здравствуйте, я скачал вас из CPA-сетей», «Здравствуйте, я...» лендинг, на котором нет ни одной движущейся картинки, кроме, боже мой, девушек, которые двигаются на меня при наведении просто. И еще здесь лендинг а-ля... Ну ладно, не будем. А вот перейти на сайт. Также вы можете приобрести у нас часы. То есть сначала вы купили плойку, а потом покупаете часы. И монопод. И мужской клатч. Что-то не так. Ну ладно. Это магазин на диване. В чистом виде, я думаю, вы таких много видели, комментировать особо не буду. Здесь тексты обычно уже просто нормально сделаны и скачаны из других мест. Так, портреты шаржа на заказ. Вернусь к ним еще разок. Акция «Сделать подарок любимым и близким» до 22 июля, скидка 35% на все портреты шаржи. Выделите 3590 рублей, я думаю, это Дмитрий. Дима, выдели, пожалуйста, цену 3590 рублей в какой-то блок, а лучше вообще убери вот этот к черту блок вообще и оставь вот эту женщину, на ней напиши 3590 рублей и написать только до 22 июля, ну, то бишь до завтра. Удобно, доставка, гарантия, выгодно, качество. Ну, я не знаю, насколько нужно, но если ты вот эту женщину просто поместишь вот сюда с зеленым фоном, то все будет шикарно. Конверсия вырастет несколько раз, и сразу можно пускать наши работы. Вот эти блоки, они особо не нужны, потому что человек сначала хочет посмотреть работы, а уже потом посмотреть доставку. Вот тем более удобно, это такое слово, знаете, вот «я красивая». Как девушки говорят, а красивая – это очень-очень такой странный показатель. Выгодно скидкой при повторных заказах, тоже непонятно. Мне один раз хотя бы заказать. Качество, высокий уровень мастерства, надо не писать об этом, надо показать. А если здесь, сейчас посмотрим, отзывы клиентов. А где шарж? Почему клиент просто стоит? Он же должен с шаржем стоять. И ни один человек не стоит с шаржем. Грустно. И о качестве. Я вам лучше так скажу. Есть лендинг, я думаю, вы его видели много раз. Портреты на заказ. Как там? Проканус. Уж сколько раз я делал это за аудит. Это лендинг. Да, я вот из Москвы. Я не помню, честно, как там правильно. Как-то там есть какой-то лендинг. Это надо просто поискать. А, я знаю, как поискать. Я же хитрый программист. Так, Проканвас. Ой, нет, тут SEO-сайт, поэтому здесь так не найдешь. Может, УП все-таки что-нибудь такое. Нет, увы, не найду я так. Короче, есть с ProCanvas'ом Landos, и там, в принципе, все очень детально на эту тему расписано. Даже здесь, если просто открыть, здесь видно, что нужно добавлять. Нужно расписывать о том, картины наших клиентов, вот, что было, что стало, что было, что стало, это все и так понятно, я думаю. Фотографии свои собственные, и еще желательно, почему именно у вас качественно. Если у вас качественно, вот, процесс изготовления ваших картин, то надо вот расписать в таком виде. А еще лучше, ну, как-то более детально. Так, здесь идут цены на услуги, портрет пастелью размером 30-40, 3500 рублей. Ну и очень прикольно еще, конечно, размеры рядом с человеком делать. То есть размер с картины человек стоит. Там 40-50 сантиметров человек с картиной стоит. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень удобно и очень круто. Ну, в таком виде тоже работает, естественно. Но нету кнопки «Купить», «Заказать» и так далее. Нету, грустно.